Киндер со смертельным сюрпризом. Мужчина скончался, проглотив шоколадное яйцо целиком. Все это произошло, когда он ехал в такси, и машину остановил сотрудник ДПС. Полицейский спросил у молодого человека, есть ли у него наркотические вещества. В ответ на что парень достал из кармана киндер и съел его целиком. Яйцо застряло в горле, и врачи не смогли спасти мужчину. Как выяснилось позже, помимо игрушки, внутри была марихуана.